Всем добрый день. С вами, как всегда, я дядя Федор из Германии. Мы сегодня впервые встречаемся в этом новом году. И сразу хочу вам сказать, пожелать всем в новом году счастья, здоровья, удачи, мира и благосостояния. Короче, всего вам хорошего в этом году. А мы с Цезарем опять на прогулке. И движемся в сторону огорода. Надо же кошек поздравить с Новым годом, покормить. Вчера я хотел сходить на огород, но встретил соседа, он сказал, что он их покормил уже. Так что сегодня пошел кормить. Новый год мы вчера встретили со своей обычной компанией небольшой. Ну, мы ежегодно вместе встречаем. И также и в этом году посидели за столом где-то до 2 часов ночи. Потом разошлись по домам и мы начали убираться там все. Пока убрали всю посуду, пока спать легли. Короче, уже было 3 часа, 4-й час. И сегодня проспали до 10 часов. Правда, я еще перед этим выходил с собакой в 8 часов утра погулять. Потом опять прилег. Вчера собака бедная мучилась. Там уже сколько дней подряд, как 28-го начали продавать эти бомбочки, да ракеты эти. Так уже начали их пулять и стрелять. И, короче, было для собаки это было ужас. Что собака наша не привыкла к такому, она пугается. Да я думаю, что все собаки, все животные пугаются этих выстрелов, взрывов. И вот он тоже вчера вечером, он буквально, как я последний раз вчера ходил в обед, кое-как с ним прошелся. И вот он до утра, пока мы все проводили гостей, потом с ним вышли. Он все мучился, терпел. В 12 часов началась пальба, стрельба, салют. Мы вышли на балкон посмотреть с балкона. На улицу мы в этом году не выходили. Мы с балкона наблюдали все это. И он тоже с нами на балкон вышел, осмелел. Он даже пытался еще погавкать на эти выстрелы. Смелым стал. Молодец ты такой, смелая собака. Иди сюда. Погода сегодня холоднее уже стала. Сразу чувствуется 1 января. Уже такая более-менее холодная, зимняя. По прогнозам даже обещают, что будут дожди, потом перейдет в снег. Как это и где это будет, неизвестно.
Будем ждать, смотреть, что будет. Это на севере Германии вообще там потоп. Там много речушек вышли из берегов. На земле Нидерзаксен там наверху. Но у нас, слава богу, пока обошлось. Наша речка поднималась немножко, когда дожди были. А потом опять вода, уровень воды упал. И сейчас вроде нормально. Если дожди, конечно, будут, может быть, и опять поднимется. Вот мы уже прошли этот сад. Подходим здесь к выходу на дорогу, которая идет к огородам. Здесь такие заросли. Все заросло, все. Джунгли. Все зарядем? Что там принюхался? Пошли. Вот уже подходим к огородам. Летом здесь так хорошо, так красиво, так все цветет, зеленое. А сейчас все такое серое, унылое. Огороды выглядят в безобразном состоянии все. Короче. Мрак. Цезарь бежит кошек кормить. Цезарь, где киса? Ну-ка, поищи. Позови их, придут они, нет? Придут наши кошки, нет? Вон уже киса сидит на бочке, ждет. Ждет, не дождется, да, киса? А, ты ждешь, не дождешься. Ай, какая ты красавица. С Новым годом тебя. Пойдем. Что у тебя? О, бедненькие, чашки пустые, да? Ну, сейчас я вам дам, сейчас. Давай, кушай. Это тебе говядина, а это курячина. Что, выбирай, что хочешь. Где остальные? Придут? Нет? Видать, им как вчера дали покушать, так больше они не получали ничего. Ой. Да, киса? Мурка? Мурка, мурка. Ай, ты мурка. Некогда. Кушать хочется, да? Больше никого не видать. Кис, 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 кис. Не видать. Это мурка отъелась, да? Круглая стала. Ты самый молодец, всегда приходишь покушать. А остальные не хотят. Или уже наелись где-то. Мышей наловили, да? Хотя самая охотница это ты. Ты всегда мышей ловишь, птичек ловишь. Все, что поймаешь, приносишь, показываешь. А остальные непонятно чем занимаются, где они ходят. Ну что, ты кушай, мы пойдем. Пойдем домой. Я надеюсь, тебе хватит до следующего раза. Че, сидишь за решеткой, да? Мурка кушает, занята, не хочет с тобой играть.
Огороды, огороды. Все, листьями занесло. Да. Скоро будем уже опять заниматься хозяйством. Будем рассаду сажать. Вон, ветка с дерева упала, сухая. Скоро будем опять рассаду высаживать. Мучение опять. Дома места нету, чтобы ее размещать на светлом, на окошке. Придется как-то все это опять городить, примащивать. Это будет опять тоска. Ну что, Цезарь, пойдем домой. Цезарь, ты где? Куда ушел? Идем домой. Идем домой. Пошли. Не хочешь? Хочешь здесь остаться? Летом. Летом будешь здесь гулять. Все, направились мы домой. Кошку покормили. Фу, какая коряга лежит, дерево засохшее, обсохшее, пересохшее, а внутри вот такое вот дупло, пустота. Там, наверное, кто-нибудь живет. А? Цезарь, ну-ка понюхай, там кто-нибудь живет. Давай, посмотри, кто там? Ну-ка, кто там? Никто? Никого нету, наверное. Тучки надвигаются. Вообще-то в телефоне погоду посмотрел, там стоит гроза. Где ветер завтра? Будем смотреть, насколько прогнозы правильно говорят. А мы уже спускаемся вниз к домам. И поэтому я хочу закругляться, закончить этот небольшой ролик. Всем большое спасибо, кто поздравил нас с праздником, с наступающим и с Новым годом. Всем я вам тоже желаю счастья, здоровья. Кому понравился этот небольшой ролик, лайки, подписки. Кому не понравился, ну, извините. Вам, с вами был я, дядя Федор из Германии. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.